30 сентября – последний день приема заявлений на получение президентских выплат от семей, у которых есть дети в возрасте от 0 до 16 лет. Всего с апреля по сентябрь этого года колымские семьи подали более 22 тысяч заявлений. Тем не менее, несмотря на широкое информирование населения, до сих пор остаются родители, которые не воспользовались своим правом и не обратились за выплатами. Таких семей в регионе около 300. Обращаю внимание, что остается буквально 2 дня. 29 сентября и 30 сентября, когда можно подать такое заявление. Выплаты на 5 тысяч и на первые 10 тысяч носят заявительный характер. Без заявлений мы не имеем права, даже знаем о том, что есть такая семья, есть ребенок, но право у нас самостоятельно, без воли и заявления гражданина, выплатить такие деньги нет. И 1 октября обратиться за этой выплатой уже будет невозможно. Сделать можно, повторяюсь, через портал, подать такое заявление. И наши клиентские службы последний месяц принимают без записи, без очереди. Только, пожалуйста, приходите. Кроме того, семьи, в которых дети достигли 3-летнего возраста в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года, также имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Эта выплата также носит заявительный характер.